Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами я, Алексей. Ну и мы продолжаем читать «Бесконечное лето», основную версию. Прохожу я сейчас Рут Лены. Историю Лены, да? По-другому можно сказать. Ну и напоминаю, что подробно я ее проходить не буду, а буду показывать только именно те варианты выбора, которые следует выбрать, чтобы пройти либо на хорошую, либо на плохую концовку. Ну что ж, тут у нас... Сейчас будут очередные выборы, очередные варианты, и я продолжаю читать. Значит, напомню, что с прошлой серии у нас тут получилось. Семён, значит, зашел в домик, да, тут оказалась Ольга Дмитриевна. Она его спросила, а ты что, говорит, тут сделаешь, да? Что ты тут типа делаешь, Семён? А тут про себя тебя должен был спросить, да? Что она тут делает? Ну и она, в общем, его тут загрузила по полной, Семёна. Да, и те, кто еще на меня не подписался, подписывайтесь. А если вы только-только подписались и не смотрели предыдущих видео, пожалуйста, посмотрите. Чтобы понять... О чем тут идет речь? Но я буду продолжать читать, поскольку время не резиновое, и видеоролики тоже длинными делать, пока мне не стоит. Пока у меня маловато подписчиков и лайков под каждым видео. Так что видео будут очень даже коротенькими. До поры. Ладно. Что-то заболтался, продолжаю читать. Еще одной длинной лекции на эту тему я бы просто не пережил, поэтому решил согласиться на предложенные ей варианты. Ну, в смысле, Семён решил согласиться на предложенные варианты Ольги Дмитриевны, которые она ему дала. В конце концов, ответы в этом мире можно найти в самых неожиданных местах. Наверное. Ну... Или мне за тебя выбрать? Голос вожатый не терпел возражений. Уж как-нибудь сам. Проворчал я себе под нос и вышел из домика. И что же тут у нас за варианты? Значит, пожалуй, я помогу Славе. Думаю, помогу ребятам в постройке гигантских роботов. Ладно, я помогу спортивному клубу. Давайте мы пойдем на Славе сейчас. Ну, к Славе пойдем. Из двух, ну или из трех зол надо выбрать меньшее. Славе злом в принципе не являлось, поэтому и выбор очевиден. Любой нормальный человек хочет жить в чистоте. Но обычная уборка казалась мне сродни занятиям в тренажерном зале. Полезно, но не для меня. Да, лентяй. Вот он кто, Семён. Однако красить лавки или находиться в обществе двух будущих гениев российской или советской науки еще хуже. На площади собралось человек 10 пионеров. Странно, откуда они вдруг понабежали. Я подошел к Славе. Привет. Ой, привет. Ты помочь пришел? Ну, не по своей воле, конечно. Я спохватился. Понятно. Бери метлу. Твой участок рядом с памятником. На самом деле убирать там было особо нечего. Все и так казалось довольно чистым. Однако кое-где мусор все же валялся.
Помахав метлой некоторое время, я вернулся к Славе, которая села отдохнуть на скамеечку. Хороший сегодня денек. Да, только жарко. Она прикрыла глаза ладонью и посмотрела на небо. Ты прямо ударница коммунистического труда. Да брось ты. Я просто люблю помогать другим. Это хорошо. А ты? Что я? Я так понимаю, что тебя несколько тяготит общественная работа. Да, наверное. Почему? Не знаю. Но в самом деле не буду же я на нее вываливать все свои мысли на этот счет. Утонет еще. Не дай бог. Может, ты не любишь компанию? Вполне возможно. Что-то в словах Славы было правдой. Наверное, она неплохо разбиралась в людях. По крайней мере, во мне. Хотя, как это возможно, если я сам порой себя с трудом понимаю? Чем займешься, когда смена закончится? В смысле? Ну, в институт будешь готовиться. Или какую-то специальность хочешь освоить? Все мои специальности и просмотр аниме интернет-зависимости уже были освоены в совершенстве. Не знаю, а ты? У нас дома небольшое хозяйство. Хочу родителям помогать. Мне показалось это немного странным. Какое хозяйство при советской власти, когда кругом колхозы? Я решил не уточнить. А твои родители кем работают? Вот о своих родителях я совсем не хотел говорить. С одной стороны, в них нет ничего плохого. Напротив, они добрейшие души люди. Но сейчас не самое подходящее время для таких разговоров. Папа в гуркоме, мама учителем. Я соврал. Хотя мои слова были, в общем-то, недалеки от правды. Здорово. Похоже, ей действительно это казалось весьма прикольным. Наверное. Диалог зашел в тупик. Поэтому я пытался отвести от Славы глаза. Смотрел то себе под ноги, то в небо, то по сторонам. Знаешь, мне кажется, у тебя в жизни все тоже будет хорошо. Славы задумчиво посмотрела на меня. К чему вообще она это сказала? И почему тоже? Спасибо. Неуверенно ответил я. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, ты иногда очень пессимистично смотришь на жизнь. Не слишком ли это откровенно с ее стороны? Возможно. Но у тебя все наладится. Возможно. От этого разговора мне стало несколько не по себе. С одной стороны, в ее словах не было ничего особенного. В принципе, почти любой человек на месте Славы мог бы сделать подобные выводы. Тем не менее, казалось, и не в первый раз, что она видит меня насквозь. Ладно, надо дальше убираться. Ага. Она улыбнулась и тоже взялась за метлу. Никогда не думал, что уборка может доставлять столько удовольствия. Нет, я не расстроился из-за разговора со Славой. Даже наоборот, мне было приятно услышать от нее подобное. Пожалуй, впервые кто-то, рассуждая о моей жизни, не ругал меня, не давал глупых советов, основанных лишь на собственном опыте, не лез копаться у меня в голове. И не делал после этого каких-то далеко идущих выводов. Мне просто было приятно, что меня кто-то поддержал. Нет, не так. Мне было приятно, что это сделала именно Славя.
Вы слышали этот сигнал? Это означает, что мне пора уже заканчивать данную серию. Потому что выборы, варианты выборов я вам уже показал. А следующие варианты я вам покажу в следующей серии. Так-то. Ну, на этом я буду заканчивать. Еще раз напомню, подписывайтесь, ставьте лайки. Пальчики вверх. Оставляйте комментарии, делитесь моими видео в соцсетях с друзьями. И добавляйте их в свои плейлисты, чтобы потом не потерять. А то ведь кто знает, сколько их у меня еще будет на канале, этих видео моих. И с каждым разом ведь все интереснее. Вот, а так раз, так по каждому видео смотрите, да, там, каждый день, через день, а так возьмете и сразу 2, 3, 5 видео посмотрите за раз. Уже будет что-то понятно. То есть уже история будет складываться по-другому. Ладно. Все. Продолжим в следующей серии. Всем пока.